Владимир Назаров рассказал про работу с Большегруз 40 РУС, про возвращение на работу в Прогресс. Хочу заметить, Владимир Назаров недостаточно подробно рассказал эту мутную историю. Тема Катерины Фантом вообще осталась не раскрытой. Будет тут и о Большегруз 40 РУС, он же Анатолий Кречетов. Короче, деньги поссорили друзей блогеров. Много писали, куда пропал, что, зачем, почему, что молчишь. Ребят, были на то свои причины. Очень много было проблем, нервов, переживаний и всего-всего. Обо всем рассказывать не буду, ну, ни к чему это. Вот, расскажу вам по поводу, все, я знаю, что все ждут в любом случае рассказа про предыдущую работу. Вот, про предыдущую работу, ребят, скажу так. В целом, как бы, как сказать, вы знаете там одну, как бы, историю про то, как я увольнялся. Из-за чего? Вот, моя история такая, что да, действительно, платили мало денег. Мало денег в плане того, что обещали одно, получилось совсем по-другому. И график обещали один, а получился совершенно другой. Вот. А ты когда, вот, ну, я там, любой, кто идет на работу, да, сначала же спрашивают условия, оплату, график. Все вот эти вот моменты мне сказали про эти условия, график. Вот, оказалось, все совершенно не так. Ну, первый месяц, естественно, думаю, ну, всяко бывает, да, надо приработаться, надо подождать. Подождал второй месяц, все практически то же самое. По поводу моей зарплаты, по поводу того, что это для тех, кто много писал, что я зажрался. Ребят, сейчас я вам покажу. У меня есть один-единственный вот этот вот листок по зарплате. По другим месяцам нету. Я вам сейчас покажу этот листок. И вы сами посмотрите, посчитаете, все сложите и вычтите все те деньги, которые я тратил в дороге, и вычтите из этой зарплаты суточные. И вы поймете, сколько я получил зарплату за первый месяц нахождения в машине. Это не моя вина, что машина там в сервис, поехал я на машине в сервис. Я ее в таком состоянии принял, уболтанную, утреканную, или как правильно сказать, не знаю. По поводу моей дружбы и общения с Анатолием. Я всегда ему говорил, всегда придерживаюсь такого мнения, что работа есть работа, дружба есть дружба. Никогда, ну, не путать, да, дружеские там отношения с рабочими. Чисто по-дружески, лично я бы никогда бы не стал бы обсуждать что-то, выкладывать про своих друзей. Вот в таком ключе, как оно было представлено, если все правильно посчитать, там не те деньги, о которых говорится. Про переход в Прогресс рассказал достаточно развернуто, также ответил про это в комментариях. Я возвращаюсь на работу в Прогресс. Позвонил директорам, они согласились взять меня на работу. И я выйду на работу туда уже, Прогресс, на самосвал. Пока что потаксую, поработаю. Все почему? Поработал я у одного знакомого, поработал в другой организации. Вот, и есть чем сравнить, и было время о чем подумать, принять решение.
по поводу работы. Лучше я пойду туда, ребят. Я так подумал и решил, что лучше пойду туда, буду работать там. Вот, как бы соглашусь со всеми условиями, которые там есть у этой фирмы. Я знаю, что там платят деньги, да, там нужно много работать, много вкалывать, так скажем. Но я знаю, что деньги платят вовремя, деньги платят, как оказалось, в сравнении с другими фирмами, нормальные. И, в общем, ребята, вот такие вот дела. Вы можете подписаться на канал Уксус Влог для быстрого доступа к новым видео. Ссылки на источники информации и на полные материалы ниже в описании. А на данный момент это все.